Казахстане активно взялись за развитие национального вида борьбы казакша-курес. В Алматы прошли масштабные соревнования с участием лучших борцов-палуанов. Яркие национальные костюмы, динамичные поединки и вековые традиции – вот секрет популярности казакша-курес. Правила этой древней борьбы за столетия практически не изменились, что и привлекает на трибуны огромное количество зрителей. А для многих детей стать великим палуаном, так называют борцов, самая заветная мечта. Раньше дети говорили, я космонавтом буду, там еще акимом буду, там или там кем-то буду, но юристом буду. А сейчас у детей спросите в зале, которые сидят, они говорят, я хочу быть казахстан борцом. Вот этот национальный проект, он действительно дошел до души людей, которые действительно этого хотят. Казакша-курес напоминает многие виды борьбы, но в совершенстве освоить уникальную технику способны единицы, учитывая, что на соревнованиях нет весовых категорий. Однако некоторые умело пользуются неопытностью соперников и знают немало секретов, как уложить противника на лопатки. Чемпионам достаются не только почести и слава. На этих соревнованиях победителю вручили автомобиль и путевку на республиканский турнир.